Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Вейн. В этом видео хочу вам рассказать историю о том, как меня забанила ВАК-система. Как вы могли догадаться, я попробовал игру с читами в напарниках. И обернулся это для меня, конечно же, ВАК-баном. Но что я хочу донести в этом видео? Должен же быть какой-то быть посыл. А то, что не нужно играть с читами. Каковы бы проценты на ваш бан не были, этого делать не стоит. А на этом аккаунте, где я получил ВАК-бан, была АВП «Скоростной зверь» стоимостью около 1500 рублей. Да, я знаю, что играть с читами, конечно же, не стоило. Но, как я думаю, вам уже известна обстановка в напарниках. В каждой катке есть читеры. То рейдж, то легит. Но читы всегда было и будет плохой вещью. Здесь я вам ясно дал понять на своем горьком опыте, что играть с читами ни в каких случаях не стоит. Ну а с вами был Вейн. Всем удачи, всем пока. Flowers growing on my bed, brush some blood, settle on my leg.